Thank you.
Слава Господу за еще одну возможность прославлять нашего Бога. Аминь. Принести Ему эту вечернюю жертву хвалы, нашем благоухании. Аминь. Я до сих пор под впечатлением этих праздников, того слова, которое мы слышали. Я так благодарен Господу, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он сегодня тот же самый Бог, который имеет что нам сказать сегодня. Аминь. Он живой наш Господь. Аллилуйя. Ни наряды дорогие, украшения золотые, но смирение в сердцах, Божьи дорога глаза, жизнь свою Христу веряю, в слове часа пребываю, и могу сказать тогда, это Божья красота. Посвященная Богу жизнь и смиренное сердце перед Ним. Быть хочу таким, чтоб дела мои звучали громче слов, что я Христос. Ни отважности, ни сила, печи пламя победили, но верность, упование на все обетования в сердце Бог пусть обитает, жизнь мою всю направляет, побеждать хочу всегда силой Господа Христа. Посвященная Богу жизнь и смиренное сердце перед Ним. Быть хочу таким, чтоб дела мои звучали громче слов, что я Христом, посвященная Богу жизнь. Сердца в церковной дремоте. О, аллилуйя! Слава Господу! Люди избранные, взятые в удел, урожай вновь созрел на Господних полях. В полночь раздался крик, вот идет жених, Господь спас хищений, соберет всех святых. О, встань, поправь свой светильник, пусть любовь Христа в тебе горит. Жизнь твоя пусть говорит, что Бог сегодня в небе. Аллилуйя, слава невеста. Аллилуйя. Славная невеста без пятна,
раку приготовила себя. Ей одежда праведности Господом дана, и сияет она совершенством Христа. Бог сегодня в невесте открыт. Аллилуйя! Как прекрасно осознавать, к чему мы подошли. Ко тьмам ангелов мы подошли, торжествующему собранию, церкви первенцев, чьи имена записаны в небесах. Своею кровью Он нас искупил, запечатал своей печатью. Аллилуйя! Знаком начала восстать свети Иерусалим. Ибо свет твой зашел над тобой, ты освящаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена. Невеста сидень выразит буквальную жизнь Христа. Мы приступили к земле живых, Он воскресил нас к вечной жизни. О, насколько мы приблизились бессмертию в этот день. Звал нас своим святым не по делам, по благодати, данной во Христе. Восстать, светить Иерусалим. Ибо свет твой зашел над тобой, ты освящаешься Богом самим. Пусть видят все народы, племена. Невеста сидеть выразит буквальную жизнь Христа. Мы приступили к горе Сион, мы приступили к ограду Бога. Небесному Иерусалиму мы сегодня подошли. Дано облечься нам светлый сон, чистое Божье слово, праведно святым. Восстань, светись, Иерусалим, ибо свет твой зашел над тобой. Освящаешься Богом самим, пусть видят все народы, племена. Невеста сидеть выразит буквальную жизнь Христа, буквальную жизнь Христа. Приветствовать, кто сегодня с нами на трансляции в этот прекрасный вечер вторника, в эту еще одну, хочу поздравить с этой еще одной возможностью нам побыть вместе друг с другом и с нашим Господом, со Словом, прославить Его.
Это чудная возможность. Я это очень сильно ценю, и я верю, что каждый из нас это очень так же сильно ценит. И можно еще этот, что мы пропели, куплет, если ты бы мне включила? С припева. «Восстань, восстань, светись, Иерусалим, ибо свет твой взошел над тобой. Ты освящаешься Богом самим, пусть видят все народы, племена. Невеста в сей день выразит буквальную жизнь Христа». Мы действительно живем в этот прекрасный период, и как мы раньше там пропели, что нам дана эта праведность, и мы знаем, что эта праведность, она нам дана по средствам Божьей благодати, она просто дана из-за того, что мы могли поверить Аврааму. Это Авраам поверил нашему Господу, и это ему было вменено в праведность. А брат Брангам говорит, если вы поверили, то вас ожидает крещение Духом Святым. А если вы крещены Духом Святым, то вас ожидают, вам принадлежат сверхъестественные дела и чудеса, потому что вы сами сотворены, состоите из этого сверхъестественного. Но я своими словами говорю. Так что, друзья, мы живем в прекрасный момент, мы сами являемся этим творением Господа, этим сверхъестественным. Это просто наше естество выражать чудеса Господа и выражать Его дары и выражать проявление Святого Духа. Пусть Господь нам поможет. Давайте склоним наши головы. Отец, мы хотим прийти к Тебе в этот вечер, Господь, в молитве, Боже мой. Мы хотим поблагодарить, во-первых, за здоровье, Господь, Боже мой, за духовное здоровье, Господь, Боже мой. Мы хотим поблагодарить Тебя за желание, Господь, служить Тебе. Мы хотим поблагодарить Тебя за веру, Господь, Боже мой. Мы хотим поблагодарить Тебя за эту праведность, Господь Боже мой, которую Ты нам дал по благодати, Господь Боже мой. Мы просто поверили, Иисус Боже мой, по Твоей милости, Господь, и Ты нам вменил это в праведность, Господь Боже мой. И мы так благодарны, Господь, за Твою кровь, Господь Боже мой. Мы благодарны, что она была сильна вчера, она сильна сегодня, Господь, и она даже будет сильна и завтра, Господь Боже мой. Мы верим в Тебя, в Господа Я Есмь, который, Господь, живешь, Господь, который действуешь, который проявляешься в полноте времен, Господь Боже мой, и в нашей жизни также, Господь Боже мой. Мы так благодарны, Господь, осознавать, что мы являемся этим городом, Господь Боже мой, и для нас не зашел этот свет, Господь, этот сверхъестественный свет, Господь, Ты сам, Господь Боже мой, озарил, Господь Боже мой, и мы так благодарны, Господь, что мы имеем, Господь, не какую-то часть, Господь, но мы имеем полноту Тебя самого, Господь Боже мой, и мы верим, Господь, что Ты способен выражаться так, как Ты хочешь, Господь Боже мой, именно так, как Ты хочешь, Господь, в полноте Твоего Духа Святого, Господь Боже мой. И сегодня, Господь, в этот вечер, Господь, мы просто хотим посвятить свои жизни, Господь Боже мой. Мы хотим сосредоточить, Господь Боже мой, свой разум, Господь Боже мой. Хотим освободить свое сердце, Господь Боже мой, просто успокоиться, Господь Боже мой, в какой-то мере и расслабиться, Господь Боже мой, поверить Тебе, Господь, чтобы Твой Дух Святой, Он снизошел, Господь, начал дуть так, как Он хочет дуть сегодня, Господь, начал достигать тех вещей, Господь, которых Он предназначил, Господь, достичь, Господь Боже мой. Мы отдаемся, Господь, поэтому мы просим, чтобы Ты бы очистил нашу жизнь, Господь Боже мой, наше все естество, Господь, наш дух, Господь Боже мой, чтобы Ты исцелил наше тело, Господь, кто нуждается, Господь Боже мой. Мы приходим к Тебе, Господь, в этой молитве, Господь, и мы просим, чтобы Ты коснулся, Господь Боже мой, Ты помазал нашу веру, Господь, чтобы она была бы высвобождена, Господь Боже мой. И Ты обещал, Господь, что если мы будем в этом канале, Господь, то ничто не устоит, Господь Боже мой. Только дай нам войти в этот небесный канал, Господь Боже мой. Видение этого дня, Господь Боже мой, видение этого вечера, Господь Боже мой. И мы просим, чтобы Ты проявлялся, Господь, чтобы Ты, Господь, в этот вечер сейчас прямо благословил наше поклонение, наше пение, Господь Боже мой, наше старание, наше умение, Господь Боже мой.
Мы хотим сделать это самым наилучшим образом, Господь. Просим, помажь. Помажь наш здесь, Господь Божий мой. Помажь каждого, кто там, Господь, на трансляции, Господь Божий мой. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие. Спасибо Тебе огромное во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословите друг друга. Одного просить у Бога я желаю, чтоб находиться там, где Он сам пребывает. Его лицо я видеть рад, любовь божественная лучше всех наград. Я прихожу опять, чтоб с Ним не ликовать. Слово нечто новое творит. Я от радости пою, Тебя в себе я узнаю. И если враг меня ошибкой подловил, знай, сатана, я на кресте в Иисусе был. Давно открыл нам путь, и мы так счастливы идти путем жизни новым и живым. Господь призвал нас, чтоб вернуть к истокам вечным и чистым, славным и родным. Бог Господь послал преданно, как мы благодарны. Мало, помало.
для меня понимание. Видение дала мне, теперь хожу во свете дня, и кровь его очищает. Все, что скрывалось во тьме, за меня Господь мой стоит, и ничто не может мне повредить. О, мы находимся в его безусловном завете. Завете я с ним, с супругом моим. Спасение, чего нам бояться? Аминь. Господь есть мой свет, мое спасение. Я не убоюсь, не убоюсь. Господь и мой Бог, крепость жизни моей. Я вовсе не страшусь. Ополчаться враги и злодеи, но прикнуться они падут. Но с Богом моим поражаю я войска, и на стену взойду, хоть высока, одолею все врата врага. Не сам Бог веру дай, чтобы я побеждал. Во время ли ты в своем силении, Он скроет меня, Он укроет меня, потаёт нам вместе откровенья, прибуду навсегда, даже если война разразится, не боится сердце мое. Поражаю я войска, и на стену взойду, хоть высоко, одолею все врата врага. Мне сам Бог веру дал, чтобы я побеждал. О, Господь есть мой свет. Аллилуйя. Господь есть мой свет, мое спасение. Я не убоюсь, не убоюсь. Господь и мой Бог, крепость жизни моей, я вовсе не страшусь. Ополчатся враги и злодеи, но приткнутся они и падут. С Богом моим поражаю я войска, и на стену взойду, хоть высоко, одолею все врата врага. Мне сам Бог веру дал, чтобы я побеждал. С Богом моим поражаю я войска, и на стену взойду, приятно находиться в хвале своего народа. Я верю, что сегодня Бог
тот же, как вчера. Ту жизнь, которой жил пророк, и вести выразить пора. Теперь настал уже тот час, Христу прославится и в нас. Свободен Дух Святой вполне, свои дела свершать во мне. Я свободен, воссиял день мой. Я свободен быть самим собой. Я свободен палить цепи все. Знаю все возможно во Христе. Я верю в поручение, дал мне Бог свое. Идет князь мира, но во мне он не имеет ничего. И цепью обстоятельств я могу создать вокруг себя ту атмосферу, где сам Бог. Каждый под контроль возьмет. Я свободен, воссиял день мой. Я свободен быть самим собой. Я свободен палить цепи все. Обстоятельства пройдут, но Божье слово никогда. Болезни, грех, вина и страх не могут больше угнетать. Ключи теперь в моих руках, и мне дано все побеждать. Я свободен быть самим собой.
приходит в назначенное время. Аминь. Мы можем угодить Ему нашей верой. Включите, пожалуйста, этот сольный псалом, пожалуйста. Жизнь моя и твоя, чтобы
чтобы изменилась вся жизнь моя. Вся жизнь моя. Вечер, дорогие братья и сестры. Слава Господу за Его посещение. Слава Господу за то, что Он приходит в назначенное время. Я очень благодарен Господу за водительство и за брата Андрея, и за Андрея, который молился, Андрея, который вел пение, за всех вас. Замечательное было поклонение такое, знаете, в духе. Просто уже Господь начинает говорить в сердце, когда ты видишь, когда эти песни переливаются или перекликаются с тем словом, которое в моем сердце, это и показывает, что люди пришли в канале. Понимаете, иногда мы сами можем не осознавать, как мы исполняем пророчество на сей день. Поэтому Барабанхам все время говорит, будьте чувствительными. Потому что нечто происходит прямо перед нашими глазами. И понимаете, когда мы начинаем это видеть, когда это открывается перед нашим взором, тогда эти фейерверки, понимаете, тогда именно пророк и говорит, что из этих периодов выходят печати. Это как эта римская свеча, понимаете? Это только для вас. Бог показывает этот фейерверк. Это супернова. Как я допил, мы вчера молодежь приезжала, мы с Олежкой тут и сестрой говорили. Вчера к нам, конечно, много там кто приезжал. И так интересно, по парам все, знаете. Саша с Кристиной, Виталик мой с Андреем, тоже по парам. Но они работают просто вместе, они заехали. Мы очень рады. Вот. И потом Олег с Эстерой. И просто видишь, присели, и я смотрю, двигается Дух Божий. И просто радуешься, и сам начинаешь наблюдать, что происходит. Потому что есть эта такая песня, он говорит, хотелось бы вот ее перевести, там братовина ее поют. А это, ну пусть пока останется. Но многие знают ее. Вот, но я как бы так саму только суть уловил. Вот, но это все равно это песня о нас. Это события о нас, эти пророчества о нас, друзья. И поэтому, когда мы нечто, Бог тебя оживляет, Он это переносит в твою жизнь. Это поэтому становится не историей для тебя, а реальностью. Поэтому это очень чудесно. Поэтому я тоже очень рад, как Дух Божий двигался, когда брат Дима вышел и показывал вроде бы простые вещи такие. И потом видишь, потом пастырь выходит, он, по сути, пол проповеди повторяет эту мысль, ну, чтобы забить этот гвоздь до конца, что это, вроде бы, это звучит в простоте, но это очень важные вещи. О той лодке потом, как это, правда, когда, потому что ничего дьявол не может с вами сделать, если Иисус в этой лодке. Потом, понимаете, переходит на апостола Павла, то же самое, как он, корабль, и он берет под контроль все, потому что ангел Господень был с ним. Правда, и это тоже говорит, не бойтесь, ничего с вами не будет, только машина может поломаться, да, там, как у брата Владоса было. А так все будет в порядке. Ну, Бог дал другой корабль, другую колесницу, или, понимаете, и поэтому вот так вот мы движемся. Поэтому мы не должны ходить в страхе, потому что в страхе тогда мучение. Но когда мы ходим в Духе Божьем, вот тогда это приходит этот покой. Я очень благодарен Господу, даже как Андрей молился, я так сразу, мне вот это очень, понимаете, потому что Исаия 61 для меня это такое, раньше как-то не мог видеть, а это как бы пасхальная глава, глава воскресения, когда тьма сгустилась, понимаете, когда кажется, что смерть уже в оковах этих, кажется, вот-вот она должна связать, он радуется, понимаете, Господь и Спаситель наш там на кресте умирал, понимаете, и эта тьма была, и все эти вещи происходили, и дьявол настолько радовался, но он был очень удален, потому что Бог так сокрылся, так приобрел, так смирил, так был унижен перед ангелами, что родился через женщину. Но когда он спустился в преисподние места, и глаза в то, он смог забрать ключи от ада и смерти. Великий победитель,
который потом зашел на высоту. Рувишка еще был, да. И он тоже говорит, с нас бывает и смеются, вот, что мы уже тут брат Юра языками заговорил. Так не только брат Юра у нас в церкви, я хочу просто, кто нас слушает, сказать, чтобы там вы в обморок не падали, это, ну, как бы, потому что люди слышат, как бы, люди в послании. И, ну, как бы нам не то, что мы огорчаемся, нам просто жалко тех людей, они не знают Писания. Просто это пророчество, это исполнение пророчества. Друзья, прочитайте Илия 2, не будьте наблюдателями, станьте участниками этого. Ибо изолью на всякую плоть. Сыны ваши и дочери ваши будут там пророчествовать. Видения будут видеть. Сыны там старцы будут снить. Иными языками начнут говорить. Иисус заговорил иными языками на кресте. Или Саламахвани. Перед чем? Перед воскресением мертвых. Для меня это знамение. Для меня это знамение, друзья. Не оставайтесь невеждами в слове. Пусть это потрясет вас, чтобы вы открыли бы слово, чтобы не просто были бы с брошюрами ходили бы и повторяли бы. Илию он зовет. Многие Илию сейчас ждут, когда он придет. А мы, понимаете, мы уловили дух Илии. Этот дух, понимаете, восстановление, это уже, это посещение, это оживило нас. Для нас это стало воскресение. Из церковного периода, Ладыкии, понимаете, мы пробудились от сна. И мы становимся путем, как мы слышали, через нашего пастора. Есть проводник, Дух Святой. И мы получили большое благословение, правда? И это, понимаете, было как увещеванием. Вы должны стать путем. Поэтому невеста, она идет по стопам. Поэтому когда-то такое заявление, понимаете? Иисус говорит, я и Отец одно. О, богохульствует, понимаете? Но невеста должна это. Брат Виталий проповедовал, Мусихин, помню, в Пинске. И такое, как будто, знаете, замешательство такое. Ну, ничего себе. Ну, ладно, еще это Иисуса слово. Но невеста должна это будет выразить в конце периодов этих. Высказать это, а не просто высказать, а прожить это. И так же она станет, или она становится этим путем. Потому что кто-то, поэтому брат Бранхам, друзья, уловите эти ключи, говорит, я оставил вам следы. А так это его жизнь была путем? Конечно. Значит, и наша жизнь будет для кого-то путем. Если мы живем во время восстановления, ну так мы, Бог восстанавливает все. И понимаете, всегда будут насмешники, будут неверующие, будут, которые будут присматривать, смотреть. Мы это видим в слове. Но и будут истинные верующие, которые исполнят слова пророчества сего. Аллилуйя. Замечательное время живем, правда? Потом брат Виталий выходит и говорит о помазаниях. О, и те херувимы, живые существа, да, которые вокруг престола, которые охраняют престол. Очи которых спереди, сзади и внутри их. Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. И там новая песня, и там поклонение. Это стало нашим. И я в конце говорю, Виталик, я тоже хотел говорить о помазании, о глазах. Я говорю, я так рад, что я тебе уступил. Я просто говорю, мне сейчас будет хорошо. Хотя не только об этом хотел говорить. Потому что получил вдохновение от брата Димы, потом от брата Павла. Вот. И уже брат Виталий, и я уже думаю, все, меня сейчас разорвет. Слава Господу, что сейчас, понимаете, высвободить это хочется. И я даже брату Павлу сказал, за одно служение не смогу. Много, но начинаешь носить. Хочется поделиться. Поэтому пусть Бог благословит всех вас, пока вы стоите. Очень приятно было видеть всех, кто на трансляции, кто с нами на связи. Пусть вас Бог благословит там.
Потому что это жертва, я знаю. Особенно, когда большие города, смотришь, там Казань, там не просто посмотрел брат, там, и сестра Оксана, брат Альгизара, не помню, не видел, там, ну, другие. У них большой путь преодолеть, знаете, чтобы на служение приехать, там, 50 километров. Туда, 50 обратно, знаете. Вот так на служение. Ну, и там вообще большой город. Пусть Бог благословит всех вас. Поэтому сегодня хочется ободрить вас, друзья. Так будем говорить. Книга Судей. Откройте, пожалуйста. Мы прочитаем первые 5 стихов, и вы сможете, помолимся, и вы сможете присесть. Время очень быстро идет, но я благодарен Господу, как Дух Божий движется. Итак, книга Судей, 13 глава, с 1 стиха. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Это поколение. «В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей, «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его». Извиняюсь. «Потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий». Это предопределенный избранный ребенок, правда? Особенный ребенок. «И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Дорогой Небесный Отец, мы хотим сказать большое спасибо Тебе, что Ты дал нам здоровье и силы, как брат Андрей молился, выходил. Мы так благодарны Тебе за тот свет, который пришел в это темное время, в конце этой церковной эпохи. И Ты побуждаешь нам воспрянуть, стоять и светиться, Господь. И это, эти слова Твои, Господь, это изрекли уста Божии. Это то, что говорится к невесте последнего времени, потому что будет тьма над народами, но над тобой явится свет. О, аллилуйя! Это посещение сильного ангела, потому что вся земля озарилась, Писание говорит, когда он снизошел в откровении, Господь Иисус. Пусть эта преображающая сила, пусть твой Дух Божий будет высвободен, чтобы он двигался сегодня, чтобы не было никаких препятствий. Господи, мы не хотим ограничивать Тебя. Мы не хотим связать Тебя никаким вероучением и мыслями человеческими. Но чтобы Дух Божий мог влиять и помазывать, Господь, и это слово на эту пору и на этот час. Ибо я верю, что здесь присутствуют люди, которые слушают, которые предопределены услышать эти тайны, которые были запечатаны, и сейчас они раскрываются для невесты последних дней. Аллилуйя! Это та часть, вторая часть седьмой печати, которая пронеслась на незнакомом языке. И мы начинаем ухватывать это. Истолкование приходит через Дух Святой. Брат Бранхам в наши дни стоял, смотрел и сказал, я прямо смотрел на это, но это прозвучало на незнакомом для меня языке. О Боже, как близко мы подошли, что эта часть начинает истолковываться для нас и в нас. Мы просим, будь ведущим здесь, Господь. Я убираю себя в сторону для славы Божией и прошу, чтобы, Господь, все было под Твоим контролем во имя Господа Иисуса Христа. Влияй на нас, Господь Иисус, этот сильный ангел, Дух Святой, чтобы, Господь, Ты руководил всем этим собранием. Господь, чтобы ничего не мешало бы для слышания слова, я прошу Тебя об этом. Для Твоей славы имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста, пусть Бог благословит прочитанное слово.
помните, как там сейчас слова эти пришли, песни мне вот несколько дней, и все забыл. А потом Андрей уже прочитал, что насчет песни какой-то, а эта вот песня мне звучала, когда после брат Павел высказал это слово. «Ведь ты стал моим путем». Или как-то там что-то такое. Красивая песня, да? Это тоже о пути. И поэтому Бог водит нас. И поэтому здесь, друзья, что здесь открывается? На что мы можем посмотреть? Как бы странно так на пасхальных служениях брат Юра вот в книгу Судей шел-шел и забрел. Как бы. Нет, я не забрел. Меня направил Дух Святой. Вы можете поверить этому? Понимаете, как в Исаии 53 говорится. Кто поверил посланию, слышанному от нас? И кому тогда открывается эта мышца Господня? Потому что, посмотрите, книга Судей помещена, друзья. То есть после Иисуса Навина, после книги Иисуса Навина или книги Ефесянам наших дней, да, стоит, после нее сразу стоит книга Судей. Или в промежутке между книгой Иисуса Навина и книгой Руфь помещена книга Судей. Ну, мы должны быть чувствительными. Мы должны смотреть последовательность. Потому что книга Иисуса Навина – это вторая часть искупления. Потому что в Исходе была первая часть, да? Искупление состоит из двух частей, мы все это знаем. Выйти – это исход. И войти – куда? Как брат Дима показывал. Мы должны любить эту землю, которую нам Бог дал. Есть обетованная земля, понимаете? Войти. А что в книге Иисуса Навина? Размещение, позиционное размещение, власть. Он смог остановить солнце. Он встретил сильного ангела, правда? Стены Иерихона рухнули. Там были большие-большие победы, благословения. И в этом это сражение, понимаете, идет. И нечто здесь должно произойти. Потому что книга Руфь, там происходит что? Руфь. Опять же наш образ, правда? Она не израильтянка. Она, как мы, язычница, встречает родственника-искупителя. И там происходит брак. Правда? И там происходит зачатие и рождение обетованного сына. Аллилуйя! И потом уход домой. О, замечательно. Мы прошли последовательность, я уже благословение получил. А после книги Руфь идут книга царств, потому что этот ребенок, который рождается, она Наиминь берет к себе, а это Израиль. И там будет свой пророк, да? Прообраз тоже, что там, Самуил появляется. Там ведь будет два пророка, правда? Моисей и Илия. Потому что Самуил судил Израиль. Он был пророком и судьей. Да поможет нам Бог, друзья, чтобы просто Господь, двигайся через нас, чтобы нечто начинало бы происходить. Понимаете? И поэтому здесь как бы такие слова мы читаем, и здесь зло, и здесь это вот темнота, и здесь вот это филистимляне или эти сверхъестественные бесы, правда, которые запугивают избранных детей Божьих, правда? Ну, так происходит. Ну, мы можем же с этой стороны посмотреть. Да. И понимаете, здесь мы видим женщину, церковь, которая... Мы столько проходили, столько прообразов, друзья. И опять вставлено. Кажется, надо же, позиционное размещение. Ух, как хорошо. А потом раз, какой-то период тишины. Ничего не рождается. Люди уходят от главенства. Потому что каждый делает то, что как считает справедливым. Вы все время можете это в книге Судей, вот это повторяется, повторяется, повторяется. Но здесь рождение через посланника, через ангела Господня приходит к женщине, которая была неплодна и не рождала.
прямо похоже на историю про нас. Но приходит посещение с посланием, которое начинает говорить, что ты зачнешь и родишь. И у тебя родится сын. И он будет, понимаете, начнет избавлять, начнет побивать. Понимаете, он будет оснащен, у него будет такая сила противостать этим бесовским, этим демонам. Чтобы дьявол начинал убегать. Противостаньте дьяволу, и он будет убегать от вас. Это мы читаем в Новом Завете, но это же та же самая, правда, мы же можем видеть. И они были все же запуганы. Можно сказать, они могли на них наступить. Ну, как бы, понимаете, они властвовали над ними. А они дань платили, все эти вещи. Но вот приходит, понимаете, приходит ангел, и эта женщина, и мы знаем, что это тоже была, она не молодая. Она такая же вот была, как Сара, как Елизавета, как Анна. Бог убирает, понимаете, бесплодие. Потому что если ты не зачала, или если ты не зачал, то как же ты можешь родить, правда? Должно быть вначале зачатие, потом будет рождение. Есть последовательность. А от чего мы можем зачать? От непогрешимого, неизменного Слова Божьего, которое является оригинальным семенем. Вот что нам Бог прислал, вот что Он нам дал. Правда? И это послание, это есть то. И это, знаете, можно прочитать. И эти тайны вернут нас, да, дадут эти там, послания семи громов, принесет нам это, восстановит эту восхищающую веру и все эти вещи. И все люди могут прочитать. О, так а где? Где они? А вот это уже другое. А это уже как бы тайна. А это уже спрятано под печатями. И понимаете, люди, бывает, могут смотреть, как тогда смотрели за Елисеем. Перейдет он Иордан или он не перейдет Иордан? Или я перешел Иордан? Простите, я хочу в правильном духе говорить. Но, друзья, всегда будет такое, понимаете? Мы не говорим для того, чтобы... Ну, мы не для всех. Это послание адресовано для избранной госпожи. Вот и все. А Бог знает, кто есть кто. Поэтому есть тот, который это примет, тот, который для него это дорого, тот, который будет готов умереть за это. Умереть за это. Я вот так вот хочу сказать. Потому что Иисус пришел выразить это. Вот Агнец Божий. Понимаете? И он понимал. Он не торговался с дьяволом. Тот хотел, говорит, ну поклонись мне. И я тебе это дам. Но цена уплачена сполна. Мы слышали это на прошлом служении. Раз и навсегда. Дьявол хотел без этого, без Голгофы, понимаете, без этой цены. Говорит, я тебе дам эти все царства мира. А Иисус говорит, он должен заплатить цену, чтобы освободить заключенных, вывести их на свободу, чтобы этот свет сиял. Понимаете? Поэтому мы начинаем говорить. А что произошло в книге Иисуса Навина? Они подошли к Иордану. Мы подошли к Иордану, верующие в послании. После того, когда Моисей, сильный пророк, умер. И сейчас Дух Святой ведет церковь. Иисус Навин, правда? В пятигранном служении. И люди начинают смотреть, понимаете, и начинают критиковать. Да всегда были эти критики, всегда будут. Иисуса критиковали, над Ним смеялись, даже когда Он на кресте уже. Сойди со креста, и мы поверим тебе. Не поверили бы. Он знал, что Он делает. И мы должны знать, что мы делаем. Двигайся просто, двигайся вперед. И они прошли через Иордан. Аминь. Потому что сильный ангел им показал. Они встретили сильно. Иисус Навин встретил сильного ангела. И он провел весь народ, всю церковь, каждую семью. Аллилуйя. Каждого индивидуально. Бабушку, дедушку, понимаете, все, кто были в том стане. Молодежь, правда?
Сегодня вот молодой воин здесь. И поэтому Бог, Он хочет и говорить к его сердцу, чтобы он это понимал. Поэтому слава Господу, друзья. А о чем мы говорим? Так ведь Иордан, это же там откровение семи печатей. Там встреча с ангелом. То есть, если люди, поймите меня правильно, я не хочу критиковать никого. Но, понимаете, я хочу высказать то, что у меня есть на сердце. Почему люди это не видят? Потому что им не открыты печати. Потому что они не прошли через воды Иордана. Потому что это не было их свидетельством. Потому что они должны были достать оттуда тайну. Ты должен подержать этот камень, чтобы это стало твоим. И на другой берег поставить. А потом своему сыну, понимаете, своему потомству, своему наследию рассказать. Говорит, мы помним это же, правда? Эти камни до сих пор, эти печати, эти тайны, это наше наследие. Поэтому, понимаете, почему так люди смотрят? Потому что им не открыты печати. Они не встретили сильного ангела с раскрытой книгой. А книга раскрывается только в последнем помазании. Помазание орла. А если им книга не раскрыта, они не видят своего имени. Вот она последовательность. Но Бог дал вам пройти через Иордан. Открыл вам печать, и вы увидели этого посланника, сильного ангела. И он показывает, вот твое имя. Выражай это. Это твой образ, это реальность твоя. Это не просто цитата, это твоя реальность, это твоя жизнь. Сражайся за это, когда приходит этот бес. Это мое, я готов умереть за это, но я это не отдам. И когда, понимаете, третий рывок будет проявлен, и невеста будет поднята, неразумная дева будет настолько вдохновлена этим проявлением слова, у нас заберут Библии. У нас, понимаете, но слово ты не сможешь, не смогут отобрать слово. Вы станете словом. Вы станете письменами живыми, не цитатами. О, как же там он как-то это... Нет, у тебя будет то, что, понимаете, книга Деяний будет опять открыта в полноте. Как брат Виталий говорит, это показано на полноту откровения эти очи. Которые объемлют всю землю, все слово, все наше наследие. Это все нам принадлежит. Поэтому Он умер за нас. Правда? Чтобы мы жили. И когда это откровение приходит к тебе, сейчас Пасха может. Сейчас может кого-то, может кто-то никогда не думал, может кого-то снется. И сейчас ты хочешь сказать, Господь, так и я сейчас тогда хочу умереть для себя, чтобы твоя жизнь жила бы во мне. Вот, понимаете, тайна Агнца. Тайна Агнца. Авель это уловил. Аллилуйя, друзья. Да будет благословенно его чудное имя. Поэтому давайте мы двигаться вперед. Да нас ничто не остановит, потому что свет воссел. И ты уже не просто возомнил о себе, ты ноги эти ставишь свои на эту скалу, на это слово. Потому что этот ангел, Дух Святой, ты не что-то выдумал, а он говорит твоему атрибуту, встань и сияй, встань и светись. Пришел твой свет. Аллилуйя. Кто-то встает на это место Писания. Вот это Пасха. Понимаете? Поднялись из праха. Поднялись из неверия в веру. Из темноты в чудный его свет. Вот это избавление. И это тогда даст веру ближнему твоему. Потому что они увидят. Прозрение придет глазам.
Слава Господу! Ну, давайте двигаться. Этого в заметках вообще не было. Но слава Господу, что Господь посещает свой народ. И я верю, всегда сейчас, друзья, у нас есть вот эта взаимосвязь. Это цепочка веры. Эти ячейки с каждой проповедью, они соединяются, соединяются, соединяются. Чтобы мы могли бы держаться за это. Если даже ты упадешь, Он сказал, я не оставлю, я не покину тебя. Я всегда с вами, даже вас, до окончания этих дней, этого века. И здесь что говорится? Второй стих. В то время, как в это время, понимаете, у Бога всегда есть свое время. И поэтому здорово нам дождаться Господа. Кажется, бесплодие. Никто родить не может, что? Бесплодие в познании Господа Иисуса Христа. Как Петр говорит. Познание, то есть откровение должно, прозрение должно пройти. Понимаете, свет должен, вспышка это быть. Звезда загореться. Это супернова. Олежка, по вчерашней проповеди, беседе. Поэтому нечто, друзья, происходит. Перед вами что-то начинает, как Бог говорит, это вспышка. Бог показывает тебе салют. Он хочет внимания, чтобы ты обратил свое, правда? И поэтому здесь происходит о каком-то человеке и племя Данова. Племя Данова, это оно было под знаменем орла. Правда? Потому что Иуда – это лев, Ефрем – это телец, Рувим – это человек, а Дан – это орел. Брат Виталий, помазания сейчас пошли. И поэтому, понимаете, то, что открывается в эти последние дни, потому что когда взлетел орел, когда это помазание взлетело, противостать этим всадникам, правда? Каждое это живое существо выходило против того всадника, правда? И на каком коне он скакал. И после того, когда вышел бледный конь, темнота, смерть, страх, понимаете? То, что может, ну, связывает народ всякими законами, системой, всеми этими вещами, взлетает орел с помазанием. Понимаете? Божие видение высоко. И брат Банха говорит, после этого помазания больше не было и не будет никаких коней. Дьявольские силы разоблачены. А они будут присутствовать еще, когда невеста уйдет. Но для вас они разоблачены. Вот это есть победа. Понимаете? Поэтому брат Бранком, помните, как часто он использует? Молитвенных рядах. Итак, дьявол, ты сейчас разоблачен. Выйди из этого человека. Понимаете? Когда для тебя что-то раскрывается, ты можешь провозгласить этой силой, громким голосом, голосом архангела. Для, понимаете, он боится вот этого. То, что Бог, когда открывает тебе, дает этот свет, а свет выражается в словах. И это приносит победу нам. Слава его чудному имени. Поэтому вот он дан, вот это приходит, понимаете? И в этом колене, понимаете, это не только для твоей семьи, братик. Это не только, понимаете, это для всего колена. Это достояние для всего семейства, те, которые под помазанием орла. Вас это радует? Посланник пришел. Дух Божий, ангел Господень. У нас две личности не получается, правда? Мы понимаем, что это суть в одном. Поэтому он начинает показывать. Вот в это время, когда я сейчас тебя посещу, я уберу это бесплодие. То же самое, понимаете? Друзья, когда мы видим эти вещи, истинные верующие, они увидят, потому что книга открыта. Так подождите.
Так это же было же с Сарой, это же было с Авраамом, правда? Поэтому эти вещи, это было с Анной. Поэтому эти вещи для нас становятся как указательные знаки. Так это тогда и для меня. Я не хочу сомневаться. Друзья, ангел Божий, он никогда нас не оставляет. Он никогда не оставляет Божьих детей. Если он был на прошлых служениях, если он был в твоей жизни, я верю, что он и сегодня здесь. Значит, нечто он может донести для каждого из нас, кто в чем нуждается. Именно так. Аминь. И здесь приходит эти слова, это послание, понимаете, это радостная весть. А только Бог знает, правда? Ему никто там не это самое. Потому что они не знали, это не с их деревни, не с их села, не с их города этот человек. Явился к этой женщине, простой женщине. Ты не можешь зачать, ты не можешь родить. Но я пришел с этим посланием. У тебя будет сын. И там, да, другие. А может, у тебя будет двойня. А помните брату Бранхаму? Как он там? Не Иосиф, а и Жозефина там, или как-то там, да? И как бы такие насмешества. Но он точно знал, что будет сын. И этот ангел пришел и говорит, у тебя будет не девочка, у тебя будет сын. И он начинает говорить характерные черты того дара, того служения, что родится в нем, в ней, что проявится в этой церкви. Понимаете? Дух Святой приходит, он говорит конкретно для нас. Не просто что-то расплывчивое. Он приходит с этим, и поэтому, понимаете, ее мышление начинает меняться. Она начинает, что-то начинает, понимаете, будоражить ее. И она бежит к своему мужу. Она знает это главенство, понимаете? Кажется так. Ко мне. Меня Господь посетил. Муженек, а тебя не посетил. Вот я такое откровение имею, вот не скажу тебе. Нет, у них не было такого, правда? Она хочет поделиться, что скажет глава. Мы столько лет ждали. У нас было бесплодие, бесплодие, бесплодие. Эти филистимляне, все, понимаете, нечто начинает расти, прорастать, значит, забирают, забирают. Думаешь, Господи, когда же это самое? И уже вот, ну, так вот, вот такая жизнь. Ну, на той стороне, слава Богу, ничего не заберут. Но Бог хочет, чтобы ты здесь это имел, чтобы ты здесь это выразил, чтобы ты здесь права заявил. А ну-ка, убери руки от моей жены. А ну-ка, убери руки от моего ребенка. Это моя часть. Как за Сару Бог вступился, да? Друзья, это чудно, друзья. Когда мы начинаем смотреть это, что же это происходит? И они начинают, понимаете, нечто начинает происходить. И здесь посмотрите, какую власть он имеет. И он, понимаете, начинает говорить, что ваше будущее. Дух Святой всегда приходит, он показывает на будущность вашу. Аллилуйя. Чтоб ты уповала на это. О Боже, мне это Бог обещал. Я буду это ожидать. Потому что ожидающие в Господе, что в силе вновь обновятся. Исаия это говорит. Невеста так говорит. Уста Божии сейчас так говорят. Аллилуйя. Что за сила послания? Ты зачнешь, 5 стих, и родишь сына. И показано, да? Он будет Назареем для Господа. Понимаете? И сейчас вот это... вот это слово «Назарей», это не то, что там тебе нельзя этого, тебе нельзя вот свинины, там, тебе нельзя крепких напитков, тебе нельзя того всего. Сейчас я не имею. Это естественная часть. Но духовная часть, тайна всего этого, это в другом. Ты отделен на служение Богу. Вот про что я хочу вам показать. А не то, что тебе можно есть, что тебе нельзя есть. И тебе сам Дух Святой подскажет, понимаете? И мы никого не заставляем
есть, там, кто любит свинину, пусть он ест свинину. Вот. Сейчас это разрешено, правда? Молись только, чтобы это пошло на пользу. Самое главное вот это. Поэтому здесь нечто происходит, друзья. И тогда она идет к мужу. Она тогда начинает говорить ему. И, понимаете, его вера начинает подниматься. И мне понравилось. Я сейчас смотрел там Библия короля Якова. У нас говорится, что Маной... Потому что жена пересказала ему, да, что она видела человека Божьего, приходил ко мне. Друзья, человек приходил, почтительный, но говорил такой с властью. Кого вы ожидаете? Ну, вихрь. Чтоб соседи окна повылетали, особенно которые со мной, бывает, плохо относятся. Чтоб крыши домов их снесло, как в Аризоне было. В виде пирамиды, чтоб летело это все. Аллилуйя, еще на языках так поговорить, знаете. Но не про это, правда? Не огонь, чтобы не зашел. Человек. Приходит какой-то проповедник. Браток пришел, вышел. Как брат Дима говорит. Если меня неправильно понимают, ну вы не знаете меня. Да, говорит, я косноязычен. Мне так это понравилось. Так это же он уверен в себе. Смотрите, он не стесняется. Ну, как бы, так Моисей был косноязычен. Многие пророки. Иоанн, да он деревень, он там вообще вышел с пустыни. Вы представьте, такой пророк. Говорит, кого вы ходили смотреть? Кто там в царских чертогах там... Восседают одни другие. Или эту трость, колеблемую ветром, выходили смотреть. Что типа, знаете, у него нет позвоночника. Он сравнивает. Иисус. Ну, я вам говорю, пророка. И больше, чем пророка. Предтеча, посланник, который распознал посещение. Кто пришел? И мы возвеличиваем Духа Святого, правда? Который приходит и оживляет это тело, эти смертные тела, неспособные, друзья. И мы не прикрываем это. Мы не оправдываемся, как Сара. Мы поняли, что это он проговорил к моему твоему сердцу. И тогда ты можешь сказать, как Мария, да будет мне по слову твоему. Вот что должно произойти. И тогда... Да, в 8 это стихе, потому что это она пересказала мужа, и в 8 стихе у нас в синодальном говорится, Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты. Вот это да, вот это произвело, да, свидетельство его жены. И научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. А там написано, он умолял Господа. Он умолял, он просил. И брат Бланхам использует это тоже слово, когда Иаков боролся с ангелом, перейдя этот поток, который символизирует тоже тайну. Смерть, понимаете? Чтобы войти в жизнь. И говорит, как он боролся? И он говорит, просил, молился, плакал, умолял. Вот это борьба. Вот так ты можешь одолеть. Потому что, когда он видит, что начинает выражаться атрибут, друзья, вот тогда это Богу нравится. Это, говорит, мой сын. Слава Господу. Поэтому, понимаете, вот что здесь раскрывается эта сцена. И когда дух, этот ангел Господень, человек Божий опять приходит, и они повторяют, да, и Маной уже, и опять пришел к жене, жена побежала опять. Интересно, странно, Маной молился, умолял, вопрошал Господа, Господь услышал, и приходит к его супруге. Ну, обидеться можно, понимаете?
Ты просил, ты молил, ты пробивался. А Господь взял и посетил твою жену. Друзья, ну дождитесь Господа. И она уже с этим послала, она бежит. Говорит, Маной, он опять пришел. По твоей молитве. Понимаете, правильная жена, добродетельная жена, она всегда подымет мужа. Давайте, обтюсь, сколько лежать ты там можешь. Вставай, уже сейчас проспишь все. Нет, она не так сказала. Дорогой, Бог услышал молитву твою. Бог услышал твою молитву. И ангел опять посетил нас. Человек Божий, да, ну как бы мы ни говорили. Потому что потом это все равно раскроется. Ангел Господень. Дух Святой посещает вас. И поэтому, друзья, нечто происходит. Поэтому, когда они это увидели, они стали удерживать его. Правда? Кого? Духа Святого! Ух, мне это нравится. Ты можешь удержать свою верою, правильным отношением Духа Святого, ангела Господня. И они говорят, мы хотим тебе приготовить жертву. Мы хотим ягненка. Агнца, который открывает эти печати, который только он достоин снять печати с этой книги, потому что он победил. Красота, правда? Они уловили ни быка там, ни корову какую-то. Агнца не хотят. Козленочек. О, это понравилось ему, правда? Он говорит, я это есть не буду. Не буду это есть. Сделай это для Бога. Сделай это всесожжение для Бога, да? Принеси это через хвалу уст своих, через свое исповедание. То, что ты сейчас увидел, то, что ты сейчас получил. У него было, понимаете, какая была вера? Потому что они говорят, подожди, ты вот это сказал моей жене. Друзья, это ну, ладно, не будем говорить такими словами, там, старуха. Но это была пожилая уже женщина. И он уже стоит с такой верой, понимаете? Так. Дай нам откровение, когда родится у нас этот сын, особенный сын, которого ты будешь так использовать, то, что ты показал в этом послании, как нам его воспитывать? Мы не хотим, чтобы наш ребенок вошел в это состояние ладыкии. Как нам его воспитать? Научи нас. И он пересказывает. Я это все сказал твоей жене. Она уже тебе это говорила. У Бога все четко. И понимаете, интересно, когда они принесли это в жертву, да, и Бог совершил это чудо, и они увидели, что их посетил сам Господь. Помните, перед этим они спрашивают, как твое имя? В нашем переводе написано оно чудное. Правда, вы помните? Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудное. В короля Якова говорится, мое имя тайное. Мне сейчас это прочитал, мне аж, я думаю, Боже мой, какая красота. Тайное имя. Вам Бог открыл тайное имя свое. Поэтому в Иоанна, 17 главе, молитва первосвященника, который шел, понимаете, как агнец. Господи, я им открыл имя Твое. И он там говорит, да? Мы сейчас едины, и да будете вы едины, как мы едины. Вот о таком единстве. Вот к чему Бог нас, друзья, подводит, чтобы родилось единство, гармония. Но когда будет единство, тогда эта сила проявится в церкви. Она потрясет, это будет сильное землетрясение, что камни подымутся, понимаете? И усопшие святые в гробах восстанут. Это Дух Святой, Архангел, сильный ангел в невесте произведет это действие. Нечто должно произойти. Вот как нас Бог ведет. Надо же, слушайте. Ну, хорошее у нас вступление получилось.
Мы даже вообще, я ничего и не сказал. Брат Павел, в следующий раз. Поэтому пусть Бог благословит. Я, может, на паузу нажму. Я не хочу спешить. Я хочу, чтобы мы не пропустили ничего. Я очень благодарен Господу. Друзья, ну давайте еще перед тем, как мы будем заканчивать, и как они, мы просто закончим эту главу. Потому что когда... 19 стих давайте прочитаем. «И взял Маной козленка, да, и хлебное приношение». Друзья, то и другое показывало на тайну Христа. Правда? Хлебное приношение и козленок, или ягненок, агнец, это все то же самое. «И вознес Господу на камне, или на скале, на откровении своем». Понимаете, у него была своя скала, у тебя есть своя, твоя скала, и когда ты на своей скале это сделаешь, ты увидишь, что это ангел Господень, ты увидишь, что это Дух Святой. Это станет реальностью для тебя. И ты возрадуешься, ты не умрешь. Потому что на них страх напал, понимаете? Потому что там они знали, это Ветхий Завет. Да? И муженек растерялся, понимаете? Потому что произошло чудо. Он сделал чудо перед ними. Потому что когда огонь поднялся... Да. 19 стих давайте дочитаем. Можно назад? Да. И сделал он чудо. Кто? Он. Он сделает для тебя чудо, которое видели Маной и жена его. Аллилуйя. Это не для всех. Это для вас. Вы рады? Когда это для вас, вы рады? Это не для всех. Маленькая палатка. Маленькая палатка. Когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, а вы и есть этот жертвенник. Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Друзья, ну это же красота, это книга Откровения. Там этот фимиам, там возносятся эти молитвы святых, там эта чаша. И поэтому Иоанн увидел вот эту радугу вокруг престола. И брат Виталий говорит, это то же самое напомнил, что это Иезекииле 1, а там стоят эти помазания. И брат Бранхам как бы среди них. И он, помните, мы цитировали это. Мы знаем хорошо эту цитату. Он говорит, друзья, братья и сестры, это не я. Я там просто стоял, как представитель. Но это церковь, это невеста живого Бога в этих помазаниях. И поэтому Иоанн в Откровении 4, когда он поднялся, когда он видит, что происходит. Полнота откровения, это радуга. И он приглашен войти в полноту. Не в часть, понимаете, какую-то. Не часть какого-то праздника исполнять. Который, когда народ приходил. Пасха, Пятидесятница, да? И эти семь праздников. Ну и праздник Кущ. Потому что везде был этот как главный праздник. Это полнота. Кто-то может исполнять только, когда вот Голгоф это. Это все, мы должны все это взять. Это будет тогда действовать. Все. Это эти очи Господа. Это помазание, орлиное помазание, которое побеждает, разоблачает врага. Господи, помоги нам закончить. Ну, красотень, а? Ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Представляете, что исходит из ваших уст? И Господь в этом поднимается, чтобы молитва твоя, понимаете, чтобы прошение твое, чтобы ходатайство твое. Вы представляете, кто перенимает это? Я так благодарен Господу, что, понимаете, Господь знает, кому прийти. Он пришел к пастухам. Он пришел вот к этой женщине. К простым людям приходит. Он не приходит в сейм, он не приходит там к президентам, не приходит к сильным мира того. К ним другие ангелы приходят.
Вот оттуда. А наши ангелы приходят свыше. Конечно, там людей тоже посещают. Иезавель, Гафолию, Иродиану. Это же посещали ангелы, падшие. Потому что посмотрите на их жизнь. Они гнали избранное семя. Они умерщвляли. Это показана система. Аллилуйя. Видя это, ты видишь, твое исповедание начинает подниматься в этом янтарном свете к Богу. Потому что Бог принял это. У Маноя небольшой, понимаете, сбился прицел. Видя это, Маноя и жена его пали лицем на землю. Конечно, как старцы. И невидим стал ангел Господень, Маной и жене его. Тогда Маной узнал, что это ангел Господень. Понимаете, откровение пришло. А мы думали, какой-то брат пришел. А мы думали, это братик. А мы думали, вчера вот там по Зуму брат Дима проводил служение. А это ангел Господень, может, для кого-то проговорил. И сказал, да, верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена его сказала ему, но если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших все сожжения, твоего служения, понимаете, твоего поклонения, твоего ходатайства, твою молитву, твое хождение и хлебного приношения, и не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам всего. Аллилуйя. И родила. Понимаете, после этих слов, оп, и что-то произошло. Поэтому, друзья, посмотрите, что Бог взращивает. И родила жена сына, и нарекла имя ему Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь. Вначале Бог приходит, говорит об этом, приносит это семя, понимаете, от которого можно зачать. Потом она рождает. Поэтому... как все время Брабанха показывает. Это атрибут Эллы и Чарла Бранхама. Чарла, да? И там то же самое. Это был атрибут Маной и его жены. Но что потом Бог вложил в него, Бог об этом заботился. Это уже атрибут Божий. И Бог бдит за этим. Аллилуйя. И начал Дух Господень действовать. Ох, закричать хочется, друзья мои. Начал Дух Господень действовать, или как там тоже сказано в другом переводе, двигаться в нем, в тебе. Потому что произошло зачатие, потом после зачатия происходит рождение. Встань, дано вам под помазанием орла. Рождается Избавитель, прообраз Христа в нас. Не везде граница показана. Между, в каком-то между. Небольшая столица, небольшой мегаполис. Между Цорою и Есталоном. Аллилуйя. Да поможет нам Бог, друзья. На этом давайте мы приостановимся. У нас есть благословение высказать для наших именинников. Интересно. Мы говорим сегодня на тему рождения Избавителя через посещение ангела, да? Под помазанием орла. А вы знаете, что сегодня... дата, когда родился наш посланник. Избавление для нашего тоже периода. Как бы, понимаете, Самсон, его значение, имени означает как мини, маленький сын, маленький избавитель. Мы знаем, что есть великий избавитель, но ты будь этим путем маленького, маленький избавитель. У тебя есть маленький удел,
и должен принести маленькое избавление. Но Богу это так же самоценно, потому что ты это звено. И понимаете, Бог думает о тебе, как он думал о жене Маноя. Кажется, все, все. Одни врачи, другие. Хотел сказать, в Израиль поехали, там хорошие врачи, знаете. Они и так были там. Не могли помочь. Таблетки всякие выписывали. Всякое такое, знаете, для... Ну, извините меня, сейчас есть препараты там для полового возбуждения, там, влечения, там, чего сейчас только не придумают. Этикеток, этих бирок разных, чтобы только у людей деньги взять. Но только Бог может дать жизнь. Понимаете? И вот, вот это Бог и пришел. Нам вот это надо оставить. И когда, Бог, когда мы это все оставляем, потому что мы должны выразить то, что находится в слове. Господи, так это же вот эта женщина, это же Сара. Да, это та Анна. У Рахили та же самая проблема была. И у Ревеки, там, и все, все эти женщины, вы помните, Елизавета, мы же перечисляли это. Но Господь их посещал. Но это тоже значит для меня. Я хочу этим путем идти. Это мысль, да? Тоже путь. Иди царским путем, путем слова. И нечто будет Бог действовать в вас. Аллилуйя. Поэтому в этот день родился наш брат Бранхам, пророк-посланник. Это было знамение. Астрологи видели это. Этот ребенок то же самое родил. И родители знали. Родители Авраама и Иеховеда знали, как родился Моисей. Понимаете? Захария и Елизавета знали, как родился Иоанн. Аллилуйя! Анна со своим мужем знала, как родился Самуил. И Бог также знает, как, когда вы рождаетесь. И у Него есть цель для вас, друзья. Несмотря, что вот эта темнота, несмотря, что это давление рождения Избавителя. Аллилуйя. У нас 6 апреля камень родовой, алмаз. Иоанна Соколова, Гражина Рацкявичине, Лена Шукевич, Оксана Никишина и Александр Ступакевич. У брата Саши сегодня красивая дата. Тоже, понимаете, знак этот зодиака. Агнец это, да, и эти вещи, что мы видим. 55 лет. Я его сегодня поздравлял, говорю, брат Саш, Бог позволил тебе увидеть двойную благодать, дожить до этого. И у нас есть сейчас целый набор. Давайте мы поднимемся. У нас есть также нужда. Мы хотим помолиться также. Я хочу с вами помолиться за брата Ивана Шестеля. Он позвонил, он просил у него. С ногами проблемы там, и, как говорит, аллергия, и кожа шелушится, знаете, и говорит, весь набор там, и тромбы, и все такое. Его же когда-то сбила машина, порваны связки были. Ну, Господь, понимаете, друзья, вы поймите, Бог избрал вас, и дьявол ничего не сможет сделать. Ничего, прежде чем Бог не разрешит прикоснуться к вам, чтобы забрать уже, понимаете? Поэтому он хочет навредить, очень хочет. Я сегодня, знаете, дверцу там покупал, мы такие радостные были, у меня жена помогала, открыл багажную дверку, а она так проскользнула, я дверку держу, не вижу, и она выходит, и я прямо ей углом этой дверцы, а я не видел ее, потому что дверь передо мной, вот, и между глазницей и виском угол двери, прямо бум, слышал. Я думаю, Господи, Боже мой. Она говорит, Юра, говорит, чувствую, как будто парализует, не имеет лицо. Понимаете, дьявол, бывает, хочет нашими руками нечто навредить. Мы помолились. Я смотрю, машина там
дипломат, ну, номера зеленые, знаете, дипломат. И там наблюдают это сам. Я просто взял, прижал ее, прикоснул, думаю, Господи, сохрани. Она говорит, это вообще, говорит, понимаете, ну только я благодарен Богу, что Бог хранит. И да поможет нам Бог, друзья, доверять, верить Ему. Ничего Он не может, ничего сделать, если Бог не разрешит. А если мы ничего не совершили, у нас есть цель в жизни нашей. Я хочу это проявить. Я хочу это, Господи, дай мне это проявить. Я не хочу с этим даже в могилу идти. Пусть даже я, да, это, может, ты почтишь эту веру. Ну, для меня важно, вот как Маноева жена. Я хочу, чтобы увидеть в своей жизни, как ты убрал бесплодие, дал мне это зачатие через послание, которое так вот бывает, может просто прозвучать, чтобы моя лодка не тонула, потому что в ней находится эта тайна седьмой печати. Грядет, и грядет это освобождение. Чтобы невеста закричала еще раз, Господи! Может, мы до этого дойдем на других служениях. И еще только раз, Господи! Понимаете, брат Бранхам все время, он проповедовал несколько раз эту проповедь на тему Самсона. Тоже много раз. Похоже, как об Исаии 6, об этих, о проповеди «Смирись», да? Поэтому он нечто видел. Он нечто видел. И мы должны видеть свое предназначение, предопределение, что Бог предназначил. Он написал про вас. Он написал про вас в этом слове. И Он приходит сейчас как посланник, ангел Господень, Дух Господень. Это все та же самая личность для тебя. Раскрыть все уголки, все тайны, которые написаны про нас, чтобы мы ободрились. Восстань! Понимаете? Потому что невеста, понимаете, вот это прообраз Исаии 61. А они стали расслабляться. И он говорит, восстань! Ибо свет твой пришел. Он пришел, понимаете, как свет, как огонь. Возбудить в тебе и во мне веру. Не просто, чтобы, понимаете, ой, там кто-то на языках заговорил, ой, столкование произошло, ой, так они в организацию, они в деноминацию возвращаются. Нет, это исполнение Писаний. И мы дождемся, я еще хочу больше видеть. Господь, то, что было, потому что пшеница созревает, и мы дойдем туда, как Самсон был во время жатвы пшеницы. Оставим это на другое. Друзья, мы подходим к этому. Руф подошла к этому. Брат Павел любит эти места. Он про Руф всегда. Аллилуйя. Поэтому я хочу потом показать, наперед вам говорю, что Бог не боится наших слабостей, потому что у Самсона были слабости. Бог смотрит на избрание и предопределение. Потому что этот младенец будет Назареем от рождения до дня ухода с этой земли. Вот хорошо. Вот на этом можно, знаете, закончить и молиться. Бог говорит это про вас. Попробуйте. Ваши слабости, думаете, будут выше Божьего избрания? Да. Вы будете разочарованы. Но Бог ободрит вас. Поэтому давайте мы склоним голову. Отец наш, мы хотим сказать Тебе спасибо, дорогой Иисус, за посещение Твое, Господь, за ободрение Твое, за то, что Ты пришел, как этот сильный ангел, и Дух Господень начал действовать в этом маленьком колене Дана, под помазанием орла. Произошло зачатие и рождение младенца. Тайна Христа раскрывается в этой церкви. 5 определенных признаков истинной живой церкви живого Бога. Мы слышали эту пленку, эту проповедь, Господь. И это становится не брошюрой, а реальностью в жизни верующих, которые могут руками веры, этим шестым чувством ухватиться за это обетование. О, Господь, и Богу это нравится.
И это их всесожжение поднимается вместе с Богом в этом янтарном свете к престолу Божьему. Аллилуйя! Да поможет нам Бог. О, пусть музыканты начнут играть. Пусть Господь, это вдохновленная музыка, помазанная музыка, будет действовать на сердца верующих. И ангелу Господню это нравится. Когда мы верим Тебе. Аллилуйя. О, Дух Божий, двигайся среди нас. Мы хотим благословить нашу драгоценную сестричку Иану, эту маленькую звездочку, которую Ты привел, Господь, в эту орбиту, в это созвездие, в эту плеяду этих звезд, которые совершают знамения здесь на земле, отражают небесное знамение там в небесах. Там наша, Господь, Теофания. Мы выражаем эту тайну здесь. Помажь ее дальше, чтобы ее пение помазанное поднимало бы веру людей, изгоняло бы бесов. Аллилуйя! Приносило бы Твое присутствие, чтобы Ты мог снизойти и используй этот канал, эту звездочку, нашу сестричку. Мы ее просим за нее и молим, чтобы Божие благословение сопровождало ее, где бы она ни находилась. Аллилуйя! Ты дал ей замечательных родителей, дай ей это ценить. Благослови, Господь! Ты дал ей замечательного дедушку. О, Господь, он пережил воскресение на Пасху, когда мы с Андреем Богушевичем были здесь, в этом здании, после Пасхи, после вечери, принесли ему хлеб и вино. И дьявол хотел ударить по нему, и разорвалась аорта. Но у тебя есть свой срок, свое время. И ты поднял этого орла, мы помолились там за него. Мы его просто буквально притащили в то помещение, где он сидел, как страж, как охранник. И мы тогда помолились, возложили руки. Господь, он пришел в чувство. А мы не знали, что произошло. Но мы двигались Твоей верою, Господь. Мы верим, что эти дела, большие дела, будут сопровождать верующих. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Если нечто смертоносное выпьют, им не повредит. О, Господь! Двигайся среди нас. Будет изреченное слово. Как сотник был. Даже у него была такая вера, что не надо было руки возложить. Боже, пусть этот третий рывок становится более реальным для нас. Посети Твой народ. Посети отцов, посети матерей. Посети детей наших. Этим дождем. Господь, мы благодарны Тебе, что брат Юры до сих пор жив. Он перенес много операций. 12 там, или 13 часов. Но Ты был великий врач. Столько крови вылилось внутрь организма. Реанимация с этими мигалками полетела. И когда мы увидели, что у него стали эти присоски клеить, мы поняли, что-то серьезное. А он разговаривал. Он двигался верою. Эта вера подняла его. Господь, благослови, Господь. Пусть это помазание будет на это помазание веры этого орла, на этом маленьком орленке Юаночке. Мы благодарны Тебе за нее. О, мы вспоминали с братом Виталиком об этом. Когда он был с братом Павлом там в Ирландии на Пасху, молился всю ночь за своего отца. А потом надо было еще проповедовать. Спасибо Тебе за эту благодать.
Ты используешь, кого ты хочешь. За нашу старицу, сестричку Гражину Рацкевича. Благослови ее, посети ее, Господь, сейчас, чтобы Дух Святой этот утешить эти, ободрил бы ее, сказал бы, чтобы она не переживала, что в доме отца моего обители много. А если не так, я пошел, он уже приготовил этот путь, он вернулся, он стал этим путем. Вот там есть эти дома. Другое тело, тело слова. Мы ждем обетования, когда мы войдем в прославленное тело и сможем увидеть нашего Искупителя лицом к лицу, как это видел великий пророк Иов. Спасибо тебе, Господь. Благослови нашу сестричку. Это тоже замечательная орлица, которая дай ей эту радость, дай ей это утешение в эти годы, Господь. О, Боже, пусть она несет этот свет, это помазание, Господь, которое вселяет веру. Пусть ее улыбка, ее этот взгляд приносит эту милость и благодать. Благодарны тебе за Лену Шукевич. Благослови ее, Господь. Усмотри ее нужды, Господь. Ты дал ей такого замечательного мужа, который ей нужен. Аллилуйя. У тебя нету, у тебя всегда все совершенно, нет никаких ошибок. И мы благодарны тебе. Господь, ты ваяешь каждого из нас. И пусть твоя благодать хранит, пусть она будет этим ограненным алмазом. И наши молитвы благословения, Господь, пусть почат на ней, пусть она примет это во имя Господа Иисуса Христа. За нашу сестричку Оксаночку, мы благодарны тебе за Оксану Никишину, Господь. О, Боже мой, спасибо тебе за эту сестру. Она всегда такая позитивная, улыбчивая, Господь. Она такая замечательная мамочка, она такая замечательная жена, прекрасная сестра, Господь. О, Боже, дай ей войти в это откровение, в это пророчество, чтобы она была этим живым письменом. О, Господь! Аллилуйя, чтобы ангелы ее посещали на собраниях этих, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за нее, за ее хождение, Господь, что она имеет веру, что Ты убрал всякое неверие, убрал, Господь, неплодовитость, а дал это зачатие и плодородие. Аллилуйя! О, Господь! У них прекрасные детки. Мы благословляем ее также именем Господа Иисуса Христа. Пусть эти благословения почат на ней. За Сашу, нашего брата Александра Стопакевича, Господь, благодарны Тебе за этого брата, Господь. Ты его провел тоже особенным путем. Он прошел, Господь, и путь деноминации. Он прошел, Господь, и трудное время в армии. Он был в особых этих войсках особого назначения, но ты ему предназначил великие войска, тоже особого назначения. О, Господь, дай ему быть одним из этих соглядатаев, которые принесут эту веру, как Иисус Навин и Халев. Веру, Господь, для своей семьи, ободрение для окружающих, с кем он сталкивается, с кем он живет. Аллилуйя! Мы благословляем его этой двойной благодатью. Веди дальше. Пусть голубь ведет этого орла. Аллилуйя. Обнови его молодость, юность его, зрение его, хватку его. Аллилуйя. Пусть ветер Духа Святого уберет эти старые перья. Аллилуйя, чтобы ему было легко парить в откровении слова, в этом помазании орла. Слава тебе. И мы хотим принести нужду за нашего брата драгоценного Ивана. О, Господь! Пусть нечто произойдет, Господь, чтобы он мог бы увидеть себя в слове, что и посещение его пришло время, чтобы он мог, как Нейман, войти в Иордан, в тайну печати,
окунуться там 7 раз и выйти в измененном теле, в измененном мышлении, с победой, с исцелением, в лучах, чтобы он взыграл, как телец упитанный. Книга Малахии 4 говорит об этом. И взойдет исцеление в лучах его с большой буквы. Аллилуйя! Пусть помазание Духа Святого прямо сейчас не зайдет на нашего драгоценного брата. Помазание исцеления. Чтобы убрало эту аллергию. Он говорит, у меня много болячек. Богу не важно. Ему важно, веришь ли ты. Аллилуйя. Благослови, Господь, твоего дитя, твоего сына, твою семью, твою родословную в этом колене орла. Мы хотим двигаться с твоим Духом Святым. Мы хотим быть чувствительными. О, Отец, отдаемся Духу Святому. Аллилуйя. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты вел дальше своих детей во имя Иисуса Христа. Помажь, Господь, дальнейшее служение. Помажь говорящего, когда будет. Помажь эти псалмы, Господь. Помажь каждого, кто будет выходить с молитвой, Господь, чтобы помазание твое присутствовало бы на твоих детях. Где бы кто ни находился, мы просим тебя, взываем, умоляем тебя. Посещай твой народ. Спасибо тебе за этот дождь. Спасибо тебе за восстановление. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови вас Бог, друзья. Давай, брат Андрей, заключение. Поем. Пришло служение восстановления, нам принесло оно освобождение. Свое Бог слово божественно сам подтвердил, он ныне к вере отцов нас возвратил. Он ныне к вере отцов нас возвратил. Бежим от человеческого, Божьему спешим от смертного, бессмертному мы боевой готовности, мы начеку побег свершаем мы к совершенному. Стоим мы, как мехи, за слово наши дни, и от начатка учения бежим скорей. Водоемов разбитых убегаем мы, жизнь получаем от слова полноты. Жизнь получаем от слова полноты. Бежим от человеческого к Божьему, спешим от смертного к бессмертному. Мы по боевой готовности, мы побег свершаем мы совершенному. Мы, как Самсон наш день, встаем и силою Господней укрепляемся с молитвою. Еще раз, Господи, как не пророка ты, свое могущество сегодня в нас яви. Твое могущество сегодня в нас яви. Бежим от человеческого к Божьему, спешим от смертного к бессмертному. Мы в боевой готовности, мы начеку побег свершаем мы совершенному. И хоть погони нас на
верим мы, первоначальной вере нас оно хранит. Первоначальной вере нас оно хранит. Бежим от человеческого к Божьему, спешим от смертного к бессмертному. Встаем и силою Господней укрепляемся с молитвою. Еще раз, Господи, как не пророком Ты, свое могущество сегодня в нас яви. Свое могущество сегодня в нас яви. Бежим от человеческого к Божьему, спешим от смерти. Совершенному побег свершаем мы, совершенному. Мы благодарны за этого ангела, который идет впереди нас. Верой я владеваю я своим наследием, хоть бесяк стоит против откровения. Продвигаемся вперед, следуем за словом, что передал нам наш пророк. Он был путем для нас. Дел мой в игуле, Фаоса. Бог посылает предо мною ангела хранить пути. Место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой, свет, я защищен, уверен я в кресте моем. Он в испытаниях не скала, сокрылся в нем. Я навсегда Ева не устал. Стояла в слове в испытании, первый грех принес смерть и разрушение, но Бог сказал: восстановлю, не будете подгнета, позицию вас возвращу, уплачена цена. Мною ангела хранить пути, вести туда, где место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой, свет, я защищен, уверен я в кресте моем. Он в испытаниях не скала, закрылся в нем. Я на Кто был с пророком, пребывает ныне здесь. Дух Святой излил, Божье семя пробудил, под помазанием идем. Наставлены пророком, мы поручение несем, грех побеждая Бог. Вести туда, где место совершенное Он приготовил для меня. Бог мой, свет, я защищен, уверен я
пророком. Ангел, что был с пророком, пребывает ныне здесь. Дух Святой излил, Божье семя пробудил, под помазанием идем. Наставлены пророком, мы поручение несем, грех побеждая Божьим словом. Бог посылает предо мною ангела, хранить пути, вести туда, где место совершенное. Приготовил для меня Бог мой свет, я защищен, уверен я в Христе моем. Он в испытания не сковал, сокрылся в нем. Я навсегда в нем навсегда. Святому, я попросил братьев, чтобы они нашли эту сольную. Был я сухой землей, ведь он стал моим путем. И я хотел бы, чтобы... Сможешь найти, Эвелина, этот куплет, чтобы мы высветили, ведь он стал моим путем. Замечательные там слова, знаете, настолько меня касаются, когда просто двигаешься в этом канале. Слово не могу так сейчас быстро найти. Но я верю, что каждый из нас получит большое благословение, когда мы будем внимательно слушать эту сольную песню. Пусть вас Господь благословит. Дух Святой, ангел мой, ты воздействуй на меня, ты влияй и влияй, соверши. Через меня добродетель твоя, животворящая, послай, Господь, свои на меня, ты дожди, дождем ранним. Оставляй дождем пустым, оживляй, пусть почва сердца будет мягко увлажнена, чтоб я плод тебе приносил. Я хочу говорить, когда ты и молчать, когда молчишь. Я хочу пред тобою зрелости и совершенстве ходить. Изливается пусть через меня добродетель твоя, животворящая.
Дух Святой. Я хочу говорить, когда ты говоришь и молчать, когда молчишь. Я хочу при этом бою зрелости и совершенстве ходить. Изливается пусть через меня добродетель твоя. Живо творящая.
еще немножко сдержитесь. У нас есть сестра Вера, очень хочет засвидетельствовать о своем исцелении. Она еще хотела даже перед служением, но сейчас она не менее ценным будет, да? Сестра, идем сюда. Дорогие братья и сестры, конечно, время уже позднее. Я могла бы о своей ноге очень много говорить и долго говорить, потому что это длилось уже 9 лет с моей ногой. Но Господь меня, вот воскресенье прошедшее, Он меня исцелил. Не буду много говорить, но расскажу только, как это произошло, именно воскресенье. Я в воскресенье пришла, ну, все, наверное, уже заметили, что я... Во-первых, хожу с палочками, это раз. Во-вторых, у меня была хромота. Вот. И это мне уже так не нравилось. И я взмолилась уже вот так и сказала: Господь, я... А, вот еще. Когда Тамарочка сюда вышла, за нее молились. Потом вышла Соня. И нечто мне говорит: выйди. А я думаю: нет, я не выйду. Я буду стоять. На совершенной вере, которая вот здесь у меня есть, и я знаю, что Господь меня уже исцелил. Это про мою ногу, да, это можно много рассказывать. Я когда-то упала 9 лет тому назад, вот, и как меня возили, и как врачи мне говорили, и переломы, и рентген делали, и все. Но когда я вот ехала, я говорила: нет, у меня никакого перелома. Они мне диагноз уже ставили, все, когда это... 15-ю больницу нас с ним к меня возили. Я говорю: нет, у меня, я вот ехала, мы ехали в час ночи с дочерью. Я говорю: нет, у меня там ничего и никогда не будет. Я стояла твердо на этой вере. И вот в это воскресенье прошедшее я пришла, у меня боль страшная в ноге. Страшная боль. Я обратилась к нашей сестре, к Ольге. Я говорю: Оль, я говорю, ты знаешь, я говорю, я ведь стою на слове, а Бог же, я говорю, силен. Я говорю, ну, она говорит: давай, садись, говорит. Вот садила меня прямо на стул и сказала: садись. Я говорю: ладно, сяду. Села. Она схватила мои ноги. Я вот прям была в этой сапогах, все, она вот так вот их схватила. Я почувствовала, как она их сжала, всю руку. И потом, значит, это самое. Ну, и я сижу, верю, молюсь про себя. И она молится. А потом, ты говоришь: смотри на мои руки смотри. Позвонки, говорит, у тебя встали, говорит, на место. Я говорю: Господи, спасибо тебе, хвала тебе. Правда, пошла вот так, да? А сегодня вот уже боли абсолютно никакой там нет у меня. В ногах, вот где были смещены. Только вот здесь вот немножко что-то как бы... Ну, еще вот какая-то это есть. Ну, как сказать, не боль, а что-то отдает, что-то... Я говорю: Господи, это ты уберешь. Все уберешь. Верю в твою могущественную силу, совершенную веру. Хвала, спасибо. Спасибо Господу за эти чудесные, за эту молитву сегодняшнюю. Какие псалмы были чудесные. Это было все для меня. Я говорю: Господи, ты так велик. Люблю. И пусть Господь всех исцелит, кто каким недугом еще страдает. Пусть нас исцелит. Аминь ему. Хвала ему. Честь и слава. Люблю. Господа, пусть мы еще... Пришла, у меня прямо распирает. Думаю, записку писать не буду. Думаю, вот выйду и все скажу. Слава Господу. Верим, что это будет не последнее свидетельство, да? Господь, пусть... Ну, слава Господу. Ладно, пусть Господь благословит нас. Пойдем сейчас с миром на воскресенье, братья и сестры.